Третий день прошел. Это был длинный день. Мы, естественно, проснулись поздно, потому что ночью плохо спали, потому что было холодно. Потом мы поехали в ближайший город под названием Украинка. Хотели покушать, позавтракать-пообедать в грузинской кухне. Но именно в этот день у них была генеральная уборка, и они не открылись вовремя. Сюрприз-сюрприз. Пришлось нас искать другой ресторан. Мы нашли ресторан итальянской кухни. Это шикарная была пицца, салат, очень вкусно. И главное, там были розетки. Это было самое идеальное. Поэтому я смогла зарядить свой телефон и снимать сейчас видео. Но после этого был очень тяжелый день, потому что нам пришлось прогрести почти 12,5 километров с волнами. Волны были большие, ну, конечно, не как в море. Но, тем не менее, было сложно балансировать, все. Но это было все равно круто, приключение. И, наконец-то, мы нашли место, не такое идеальное, как было вчера, где мы могли развесить одежду, сушить и все. Но все равно у нас есть место. И у нас есть шикарная компания. Вот эта вот кошка замечательная. Все, теперь кушать и спать. Goodbye.